курс «Дети читают стихи». Город Ершов, Саратовская область. Соловьева Инесса Владимировна, 14 лет. Сергей Викун, одна навек. Едва хватило сил принять дрожащей рукой конверт. И вдруг, дедуси милый, ах, и к щеке его щекой, и закружилась с ним в обнимку. Он жив, ну дай-то Бог! Старик растроганно слезинку смахнул и вышел за порог, дивясь, что сумка легче стала. А наш, присев возле стола, сперва конверт к губам прижал и лишь потом надорвала. Любимая, и лист неровный вдруг задрожал в ее руках, и в голубых ее огромных предчувствием разлился страх. И стал белей бумаги пальц, следивший дрожка за строкой. Любимая, мы отступаем, уже все наши за рекой. Мы здесь, а мост не взорван, а мост уже в руках врага. И наш комбат сказал: позорно! И добровольцы два шага вперед, и по одному пятерых из строя вызвал. Третьим с краю стал я, и он суров и прям сказал: на смерть вас посылаю, пишите письма матерям. Потом добавил: и невеста, в распоряжении вашим час. И вот, по суше выбрав место, я пишу тебе последний раз. Прости меня, что почерк так неразборчив, ты должна понять. Мне часу мало очень, чтоб все сказать. Чтоб все сказать, мне жизнь нужна. Но я спешу, и сразу же хочу о главном. Минет срок, и ты, конечно, выйдешь замуж. Я понимаю, я жесток, но ты, ведь кто тебя осудит? Ты выйдешь, верность мне храня, и у тебя сынишка будет, пусть не похожий на меня. Пусть, но я хочу, чтобы мальчонка был у тебя на все гораздо, чтобы соломенная челка на лбу и крапинки у глаз, чтоб узнавала среди мальчишек ты даже издали его, и чтоб однажды он услышал рассказ твой грустный про того, кто так хотел, прости мне это признание, стать его отцом. И ты, ты однажды поведай ему, оставив все свои дела, что он не дожил до победы, но умер, чтоб она была, чтобы снова добрым людям влиться мог ударить свет России в тьму, чтоб он курносый мог родиться, чтоб легко жилось ему, чтобы поутру его тропка то в лес, то к озеру вела, чтобы летела лодка вперед и радуга цвела, чтобы гасли молнии, как спички, ударив радугу дугу, чтоб чья-то девочка с косичкой ждала его на берегу. Любимая, и тишина, и снова кричу из дыма и огня, любимая, но это слово услышишь уж без меня.